По губернаторской программе «Открытый стадион» в Одинцовском округе благоустраивают пришкольные спортивные объекты, так, чтобы здесь могли заниматься не только ученики, но и все желающие во внеурочное время. Изменения коснулись и введенской школы в Звенигороде. Будет организовано ограждение, это как открытый стадион, чтобы жители могли пользоваться отдельным входом с улицы. Здесь предусмотрели в прошлом году ограждение калитки. И от школы тоже два входа будут на стадион. Сейчас строители готовят площадку для укладки резинового покрытия и искусственного газона. Работы идут в соответствии с графиком. Закончат их к 1 сентября. Будет стадион с беговыми дорожками, прыжковой ямой, футбольным полем, волейбольно-баскетбольной площадкой. Функциональная, да, можно сказать? Да, многофункциональная площадка. Здесь для гимнастики, я думаю, здесь и ГТО можно будет разместить тренажеры. Здесь площадка воркаута. Новый спортивный объект ждут не только дети, но и взрослые. Спорт, в принципе, развивает дисциплину, развивает характер. Спорт улучшает иммунитет, позволяет ставить цели, добиваться этих целей. Я, безусловно, приду сюда сама позаниматься, приду сюда с ребенком и, возможно, организую какую-то небольшую группу, которая даст возможность заниматься не только детям, но и позволит взрослым также укреплять свое здоровье. Болельщики школьной команды по мини-футболу попросили установить небольшие трибуны. Помимо этого, спортивный объект оснастят освещением и камерами видеонаблюдения «Безопасный регион». А благодаря многофункциональным зонам стадионом можно будет пользоваться в любое время года. Все очень довольны, все очень ждут. Тем более, я уже говорила, у нас функционирует школьный спортивный клуб по мини-футболу. И это замечательная будет возможность для детей заниматься. И я надеюсь, что мы представим свои результаты. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».